Яркий пример сотрудничества государства и волонтерского движения. В рамках рабочего визита в Запорожскую область супруга президента Украины Марина Порошенко посетила также расширенный волонтерский центр «Солдатский привал». Теперь «Солдатский привал» – это современный мини-отель на 2 этажа. После ремонта силами железнодорожников здесь появились 6 дополнительных комнат отдыха бойцов, а также привели в порядок окружающую территорию. Фонд обороны области приобрел необходимую мебель. Нас уговаривать не нужно. А учитывая наши добрые отношения с областной администрацией, в общем-то, очень конструктивные отношения и традиционно сложившиеся, мы выполнили 2-й этаж практически тоже за 1,5–2 месяца. Я думаю, что теперь это действительно тот пример такого военного мини-отеля, где наши бойцы при посещении Запорожья могут получить тепло, уют, домашнюю пищу. А самое главное – это внимание и тепло, которое им как можно больше сейчас нужно уделять. С листопада минулого року в цьому солдатському привалі зупинилося понад 3 тисячі українських захисників. Тому необхідність розширення була очевидною. Я дякую всім, хто долучився до цієї роботи. Це ще один яскравий приклад співпраці держави і волонтерського руху. Со своей стороны Марина Порошенко пообещала центру всестороннюю поддержку фонда, а пока вручила благодарность коллективу. На память о посещении солдатского привала первая леди унесла с собой шеврон военного капеллана.